Приветствую вас, дорогие рукодельницы и рукодельцы. Хочу снять очередной отчет по моему проекту от Риолис «Попутный ветер». Вы сейчас видите картинку, то, что у меня должно получиться, то, к чему я стремлюсь. И давайте посмотрим мои продвижения, что у меня, какие изменения по работе. Так, я сейчас попытаюсь отойти подальше и показать вам, немножко захватить весь станок, всю свою работу. Сейчас мы отогнем еще здесь вот край. Вот так выглядит часть работы, которую я уже вышила. И значит, что, какие у меня новости. У меня оставался с последнего отчета, вот я вышла здесь 4 квадратика. И перешла я сейчас на вторую полосу. Я отшиваю полосами по 2 клеточки вверх. То есть я вот отшила здесь с номера 8, с номера 8 по номер 22, по номер 22 я отшила, получается, вот такую вот полосочку. Ну, значит, я отшила где-то 13-26, и там было 30 квадратиков 10 на 10, да, 30 квадратиков 10 на 10 я отшила. Очень хороший результат, я довольна этим продвижением, так как я занималась не только этой картиной, но и своими лягушками. Вот, благо здесь схема легкая, поэтому идет все просто, нет одиночных крестиков, гоню буквально тут несколько цветов. Ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, очень уже устала от этих цветов. И вот, наконец-то, у меня появились новые цвета, маленькие отблески, что внесло свое, как бы, разнообразие в труд, в процесс. Это, наконец-то, у меня пошли тени от корабля. То есть я сейчас вышиваю вот эту полосу. Это будет последняя полоса, и потом я уже приступлю к отшиву самого корабля. Мне бы уже очень-очень хотелось начать вышивать также и небо, так как оно вышивается достаточно легко, крестиком в одну ниточку, быстренько, легенько, красивенько. Но очень сложно мне здесь отматывать канву, переставлять, делать какие-то изменения. Вы видите, что у меня здесь есть, я поставила клипсы от Золотого Руно, очень сложно они одеваются, не знаю, как я, буду ли я ими пользоваться дальше или нет, так как пока канва свободная, без вышивки, а с вышивкой можно ли будет их одевать, нет, так еще буду смотреть, обязательно с вами поделюсь. Вот. Ну и поэтому, так как у меня еще здесь вот есть, отвисает целый край, то откручивать дальше очень сложно. Ну, буду вышивать пока то, что есть. Я иду очень так планомерно, постепенно продвигаюсь. Вот, и надеюсь, что до конца июля, да, до конца июля я дошью этот ряд. Я беру с тем учетом, что я также занимаюсь и лягушками, поэтому нужно и там уделять внимание, и здесь. Ну вот, до конца июля я дошью этот ряд. И в августе уже приступлю к кораблю. Ну, планы для меня — это вообще дело сложное. Все, что планирую, у меня все получается, все наоборот. Ну, так сама себя буду настраивать, на какую-то программу создавать. Но если все-таки процесс творческий, если буду выходить из программы, ну уж ничего страшного, все равно буду продвигать другую работу. Вот, крестики получаются очень ровненькие, красивенькие. Вышиваю парковкой. Не знаю, сфокусирует у меня камера, потому что иногда бывает, падает как-то свет, и получается на камере такие корявые крестики, что сама иногда смотрю, думаю, неужели это мои крестики? Они же у меня всегда такие ровненькие, красивенькие. Вот. Очень интересные бленды. Особенно вот здесь сейчас этот бленд розовый с голубым. Потрясающий вообще оттенок получается. Вот. Ну, в принципе, и все. Такие мои продвижения, такие мои новости. Спасибо, что вы были со мной.
хороших вам отпусков, хороших вам выходных дней и всего вам доброго, до новых встреч!